Также во время оперативного совещания Андрей Чибис поставил на вид муниципальным чиновникам необходимость тщательнее исполнять свои обязанности по уборке городских территорий от снега. В частности, среди отстающих оказался Североморск. Наша телекомпания давно следит за тем, как обстоят дела в столице Северного флота. Люди там регулярно обращают внимание на плохую работу коммунальных служб. Проще говоря, в Североморске плохо чистят город от снега. Трапы зимой были занесены, дороги и тротуары не всегда оперативно убирали. Например, в конце прошлой недели мы опубликовали сюжет о том, как дела обстоят в центре города. Жителей такое состояние центральной аллеи огорчает. Обратил на это внимание и губернатор Мурманской области. На оперативном совещании глава региона потребовал у Олега Прасова доклад на тему уборки территорий. Тот, в свою очередь, пожаловался на погодные условия. Однако такое объяснение губернатора не устроило. Андрей Чибис сообщил, что соответствующая позиция в отношении работы ряда глав администрации и руководителей муниципалитетов будет сформирована в течение этой недели. Погодные условия, плюс и минус, он у всех. Где-то чуть теплее, где-то чуть холоднее в нашей области. Но я к тому, что сопоставимые условия у всех муниципалитетов. Но, например, если я правильно Алексей Демьевич услышал, там условный Мончегорск или Ковдор не горит. Понятно, что жалобы есть везде. Ну, понятно. Но нет такого всплеска. Это значит, что есть своевременная, адекватная реакция на меняющиеся погодные условия. А Североморск, например, если посмотреть даже на комментарии под оперативкой нашей, там зашквар просто.